Ярославская область в лидерах по работе с некоммерческими организациями. Социально ориентированные проекты наших граждан несколько лет подряд получают поддержку из федерального бюджета. Сегодня в Общественной палате региона представители власти и НКО обсуждали, как воплотить полезные проекты ярославцев в жизнь. Для этого Общественная палата совместно с Департаментом общественных связей готова обучать сотрудников НКО в области права и законодательства. Они объединяются, создают социальные проекты, и иногда они реализуют, и даже зачастую они реализуют эти проекты более успешно, чем органы власти. И органам власти в определенных моментах действительно нужно учиться у некоммерческих организаций. В рамках реализации программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций региональный бюджет из федерального привлек 16 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций. То есть качество программы позволило привлечь дополнительное финансирование в регион.